Школьные сборы чудесные. В Чебоксарском комплексном центре соцобслуживания будущим первоклассникам сделали подарок к новому учебному году. Игрушки, салфетки, линейки. Что из этого нужно брать с собой в школу? Решить предстояло быстро, а после пройти с букварем на голове. Ну, чтобы знания точно уложились. Получалось не у всех. Эта смена в лагере Чебоксарского центра соцобслуживания тематическая. 3 недели ребята готовят к новому учебному году. Первому классу какие-то задания дают. Умение общаться со сверстниками, умение думать творчески и интеллектуально. Писали, читали. Мне очень хочется пойти в школу. С 7-летним Лешей к школе готовится еще 30 будущих первоклассников. А помогают им участники благотворительной акции «Собери ребенка в школу». К примеру, Чебоксарско-Чувашская епархия подарила канцтовары и спортивную форму. Собирали там тетрадки, приносили в храмах, вот там блузки, там вот что-то такое. Прям, ну, нельзя сказать, что такое дорогостоящее. Но я думаю, что в глазах Божьих вот даже вот эти маленькие такие вот добрые дела, маленькие их подарки имеют большую величину. Здесь очень много нужного для школы. Папки, тетрадки, дневник и сама сумка для сменки пригодится. Помочь собрать ребенка в школу можете и вы. Одежду, обувь, учебные принадлежности – все это ждут в центре соцобслуживания. Татьяна Леонтьева, Анастасия Лангина, Игорь Зверев, Республика.